Хренников Тихон Николаевич, первый секретарь правления Союза композиторов СССР с 1948 по 1991 годы. Тихон Хренников родился в провинциальном городе Ельце Орловской губернии 10 июня 1913 года, ныне Липецкой области. Тихон стал 10-м ребенком в семье Николая Николаевича, купеческого приказчика и домохозяйки Варвары Васильевны. Тихон Хренников являлся обладателем множества государственных и международных наград и званий. Среди них народный артист СССР, герой социалистического труда, три сталинских премии, государственная премия СССР, орден почета, премия президента РРФ, медаль Моцарта ЮНЕСКО. Скончался Т.Н. Хренников 14 августа 2007 года в Москве. Народный артист СССР Тихон Хренников сегодня похоронен на своей малой родине, в Ельце.